Здравствуйте, дорогие друзья! В данном видео я хочу показать вам, как я недавно получила 748 долларов компенсации за то, что мои персональные данные из профиля Facebook подверглись утечке. Звучит удивительно, но это действительно так, и я уверена, что и у вас тоже получится. Но перед тем, как приступить непосредственно к делу, немного предыстории. Меня зовут Анастасия Перова. В начале 2013 года мой муж ушел из семьи и оставил меня одну с маленькими детьми. Поэтому я решила кардинально поменять свою жизнь, обустроить жизнь своим детям и уехать в другую страну. Это было очень сложно, но несмотря на все трудности, мне удалось эмигрировать во Флориду, в США. Это свершилось в октябре 2014 года. Тогда у меня получилось осуществить свой грандиозный план, и с тех пор я начала вести свой блог о жизни в США и заработке в интернете. В России я работала в одном из лучших рекламных агентств RuMaster, специалистом по контекстной рекламе, поэтому в США спустя огромное количество отправленных резюме, собеседований и отказов, я все-таки нашла то, что хотела, и сейчас я специалист по контекстной рекламе в агентстве Unima Studios. Последние почти 6 лет проживания в Америке очень сильно поменяли мои взгляды на жизнь и многому меня научили. И постепенно я привыкла к тому, что судьба обычной русской женщины, переехавшей в США, полна сюрпризов. Но то, что случилось со мной недавно, удивило меня как никогда. Я бы могла рассказать много всего интересного из личной жизни, но не хочу зря тратить ваше время и перейду сразу к делу. Несколько дней назад на обеденном перерыве моя коллега по работе Джулия с большим восторгом рассказала мне, что получила почти 2000 долларов компенсации от самой масштабной социальной сети в мире за утечку ее персональных данных. Она показала мне официальный сайт компании, которая организовала компенсационный фонд, и даже отправила мне ссылку на этот сайт, объяснив, каким образом она получила свою компенсацию. Я сначала не поверила и подумала, что Джулия попала в какую-то финансовую пирамиду. В общем, я отнеслась к этому довольно скептически. Но на протяжении дня меня не покидала мысль о ее случае, и когда после работы я вернулась домой, решила все-таки последовать ее совету. Я зашла на сайт, который она мне отправила, и решила проверить все на себе. Поскольку с интернетом я знакома очень близко, так как это мой прямой источник дохода, я быстро разобралась, что к чему. И где-то через полчаса я уже получила свою компенсацию в размере 748 долларов. Дело в том, что в США буквально недавно была учреждена организация, которая занимается распределением компенсационных выплат за утечки информации из социальных сетей и мессенджеров. Поэтому они не то что готовы заплатить, а даже обязаны это сделать. И даже если вы не зарегистрированы ни в одной социальной сети, все равно имеете все шансы на получение денег. Сейчас я расскажу почему. Кто внимательно следит за новостями, наверное, не раз слышал, что у многих социальных сетей происходят утечки данных пользователей. Иногда недобросовестные компании сами продают данные, чаще их продают сотрудники. А самый распространенный случай, когда их путем взлома воруют хакеры. Утечки персональных данных происходят чуть ли не регулярно, но прошлый год и начало этого побили все рекорды. За это время утечка данных коснулась более 100 миллионов пользователей. Вот, например, несколько вырезок ведущих СМИ по этому поводу. Естественно, такие проблемы сохранности данных пользователей не остались незамеченными контролирующими органами, и в январе 2019 года Федеральная торговая комиссия США начала расследование против ведущих социальных сетей мира, а также тройки популярных мессенджеров по поводу всех утечек, которые произошли за прошлый год. И вот, буквально недавно, по завершению расследования был создан специальный фонд защиты персональных данных. Суть этого фонда в том, чтобы контролировать и сводить к минимуму утечки данных пользователей социальных сетей и мессенджеров, а также производить компенсационные выплаты тем пользователям, чьи данные были переданы третьим лицам.
На компенсацию может рассчитывать практически каждый человек, потому что утечки персональных данных коснулись чуть ли не всех пользователей сети. А если конкретнее, это каждый третий. Я специально собрала несколько новостных роликов, чтобы вы поняли масштаб происходящего. В открытый доступ попали порядка 360 тысяч записей с личными данными россиян. Это те, что были размещены в информационных госсистемах. Федеральная комиссия по торговле США оштрафовала Facebook на 5 миллиардов долларов. Это крупнейший в истории штраф за нарушение конфиденциальности в сети. 5 миллиардов долларов во столько крупнейшей социальной сети обойдется утечка данных пользователей. Федеральная торговая комиссия США уже одобрила решение, заключив с IT-компанией соответствующее соглашение. Это взыскание станет крупнейшим за всю историю США. Итак, друзья, что же вам необходимо сделать, чтобы получить деньги, которые нам полагаются от Фонда защиты персональных данных? Необходимо зайти на специально созданный сайт по проверке утечки данных. На нем нужно указать необходимые данные и затем начать процесс проверки. И после проверки, если ваша информация фигурировала в утечках, система автоматически рассчитает сумму компенсации, и вы сможете начать процесс получения выплаты. Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Поэтому переходите по ссылке под этим видео и следуйте моим дальнейшим инструкциям. Вот, собственно, официальный сайт фонда. Здесь вы можете ознакомиться с подробной информацией о компании. Чтобы приступить к проверке данных, необходимо нажать вот эту зеленую кнопку. После этого мы попадаем на страницу, где нужно непосредственно ввести запрашиваемые данные, а также источники, по которым будет проводиться проверка. Настоятельно рекомендую пометить все эти пункты галочками, дабы максимально расширить, так сказать, поле проверки. И чуть ниже, как я и говорила, нужно указать необходимые данные и затем запустить процесс проверки. Здесь также написано, что категорически запрещается проверять данные, которые вам не принадлежат. Но ничего страшного в этом нет. Следуя из того, что мне говорила Джулия, она проверяла данные своего мужа, и все прошло успешно, без последствий. Итак, поскольку я уже проводила проверку по своим данным, я не смогу продемонстрировать процесс проверки именно на себе, но по примеру Джулии попробую ввести данные кого-то из своих родственников, например, своей сестры, Перова Елизавета Николаевна. Перова. Точка. Елизавета. Собака.лист.ру. Номер телефона. Окей, вроде бы я все ввела правильно. Теперь дождемся завершения процедуры проверки. В этот момент ни в коем случае нельзя закрывать страницу, хоть она и может занять некоторое время. Что-то мне подсказывает, что Лиза хорошенько обрадуется новости о компенсации, потому что она во всяких соцсетях сидит побольше моего. А значит, и сумма должна быть больше, если логично подумать. Хотя не факт. Но не буду загадывать наперед, просто подожду окончания проверки. Итак, проверка завершена, и мы попадаем на страницу отчета. И, как видите, у Лизы почти по всем пунктам обнаружены утечки, что, конечно, неприятно, но посмотрим, какая у нее сумма. А вот сумма как раз не может не радовать. Ничего себе! Я думала, что у меня было много, но 1587 долларов, как по мне, довольно достойная сумма за предоставленный ущерб. Так, а что тут у нас написано? Ах, да, вот почему Джулия посоветовала мне проверить данные родственников. Это все-таки разрешено системой. Значит, ставим галочку и нажимаем кнопку.
Ну вот мы и попадаем на страницу получения перевода. Здесь, как мы видим, указаны данные, которые я ранее вводила. Осталось заполнить поле номера карты получателя и номер социального страхования. Вводим номер карты. Те, кто летал в Штаты, наверное, знают, что ССН – это номер социального страхования, который выдается всем гражданам США и людям, которые летят туда по туристической или рабочей визе. Если у вас есть действующий ССН, то его нужно ввести сюда. Но если его у вас нет, как у моей сестры Лизы, то в этом месте ставим галочку, что у нас отсутствует ССН-номер и что мы не являемся жителем США. Поскольку я живу в Америке уже более 5 лет, у меня есть постоянный ССН, которым я и воспользовалась. Но если у вас его нет, это можно очень просто решить. Вы можете прямо здесь, на официальном сайте фонда, приобрести временный ССН на 48 часов, чтобы вывести свои деньги. Тут у нас идет подготовка суммы к выплате и также просьба не закрывать данное окно, чтобы операция не прервалась. Итак, друзья, вот наш платеж уже подготовлен к выплате, и единственное, что осталось в нашем случае, ожидается ССН-номер. Ниже представлена цифровая квитанция, отправитель US Trading Commission, получатель Перова Елизавета Николаевна. Если вы уже указывали ССН-номер, то вам необходимо нажать кнопку «Завершить перевод». Но если мы нажмем ее, в нашем случае, как и предполагалось, выскочила ошибка, что нужно ввести ССН-номер. Чуть ниже здесь, как я и говорила, есть кнопочка, нажав которую мы сможем приобрести временный ССН-номер и завершить перевод. Стоимость здесь указана в долларах, значит в переводе на рубли это будет около 300 рублей. Ну и поскольку Лиза еще не знает, что ее ждет, я, пожалуй, сделаю для нее сюрприз и оплачу вместо нее временный ССН. Жмем на кнопку и видим, что происходит поиск подходящего шлюза для оплаты. И вот мы попали на единый платежный центр СНГ. Ожидаем. Поскольку мне удобнее вести блог и пользоваться интернетом в личных целях на русском, у меня установлен российский VPN. И, как видите, загрузилась русскоязычная платежная система, соответственно, сумма к оплате уже указана в рублях. 275 рублей мне необходимо платить, чтобы получить временный номер социального страхования. Начинаем заполнять необходимые данные для оплаты. Поскольку оплачивать страховку для Лизы буду я, здесь я введу данные от своей сбербанковской карты. Кстати, я почти не пользуюсь ею здесь, в Америке, но сейчас она мне очень пригодится. Ввожу данные и нажимаю «Оплатить». Надеюсь, ничего страшного не случится, если я оплачу своей российской картой прямиком из США. Номер, на который должно поступить СМС от банка, тоже у меня есть, значит, все должно пройти нормально. Отлично, СМС от банка поступило. Вводим 1, 4, 5, 8, 4, 4. Подтверждаем. Так, денежки списались, кажется, получилось. Средства отправлены. Денежные средства отправлены на карту 42, 76, 84, 10, 33, 60, 42, 46. Отлично, надеюсь, что у меня все получилось. На первый взгляд ничего сложного, но я немного волнуюсь. Пожалуй, напишу Лизе и спрошу, поступили ли ей средства. Ах, да, у нас же совершенно разное время. Должно быть, она сейчас спит.
Ну, ничего страшного, до того момента, пока я подготовлю для вас это видео, она точно проснется и ответит мне. Ну, а на этом все, дорогие друзья. Все необходимые ссылки вы сможете найти под этим видео. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Желаю вам такого же успеха, как и у меня. Уверена, что у вас точно все получится. Кстати, вот посмотрите, как Лиза отреагировала на то, что ей пришли деньги.